Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю продолжение этого видео и смотрите, что со мной будет. Ралите сюда скорее, без разговоров! Попалась. Так. Мамочка, секундочку, я сейчас. Так, значит, чтобы сделать? Так, надо взять все эти вещи. Сейчас. Быстрее наверх, потому что если я наверх не попаду, то мне будет конец. Ральти, ты там где? Так, наверх. Наверх, быстрее. Ой. Блин. Какое-то кресло-лифт очень плохое стало у меня. А, палка мамина упала. Так, значит, что мне надо делать? Мне надо все просто живо вот так вот снять. Так, снимаю все с хвоста. Что там у меня? Снимаю. Все. Все ее вещи вот так вот аккуратненько сложить. Так, и сейчас я ободок. Так, все, вроде я все сделала. Так, значит, вот это аккуратненько вот здесь сложу. Все, могу идти к маме вниз. Так. Доча, ты там где уже? Бегу. Блин, лифт надо сменить, а то он застревает. Бегу, мамочка, бегу. Блин, сейчас мне попадет от мамы. Так, ну ладно. Сейчас спущусь, может быть, все станет лучше. Привет, мамочка. Доча. Чего, мама? Вот объясни мне, пожалуйста, вот зачем ты трогала ее вещи? Она что, не трогает? Ну, мама, вот смотри, мы с ней нормально играли в прятки. В смысле нормально. Мы с ее подругой. И я спряталась, и вдруг я вообще в ответ ничего не слышу. А потом я узнала, что они от меня ушли гулять. Ну, и я решила ее отомстить. Нет, ну а зачем так делать? Так это ты ее вещи взяла. Я решила отомстить ей вот эту запись. Писочку. А вещи я не брала. А если я у тебя проверю? Пожалуйста, проверяй, смотри в моей комнате. Это очень подозрительно. Если я найду мои вещи, тебе попадет. И от меня, и от мамы. Сегодня, ой, точнее завтра, у нас в школе рано утром экскурсия. И в чем мне пойти? Какой наряд? Слава богу, платье ты хотя бы оставила, а корону? Кто поймет, что я принцесса, а? Так, доченька, сейчас. Пойдем наверх. Сейчас тебе попадет от мамы, так как она сейчас тебе так даст за то, что ты мои вещи взяла. Вот скажи, тебе надо было обязательно именно мои вещи брать? Так, сейчас все разъясним. У нее очень маленькая комната, но где же ей прятать вещи? Нет. Да нет. Да за этой штукой нет. Ай, пони. Ай, я все задела. Подозрительно. Стоп. А почему мой трон наверху? Да я не знаю. Мамочка, ну, видишь, у меня ничего нет. Значит, я там не была. Все, я пойду к себе в комнату. Наверху, наверное, ничего нету. Причем... Зачем мне наверх-то ехать, если у меня даже этих драгоценностей нет? Так, ты знаешь, что украл вор? Я просто предположила. Ага, это ты украла мои вещи. Доча, успокойся. Сейчас мы наверх пойдем. Раз, два, три. Мои вещи! Это она их сюда притащила, чтобы ей не попало. Ей все равно попадет. Рарити! Урарити. Блин, надо что-то делать, сразу. Так. Так, Васенька, можно тебя на секунду? Мяу! Так, сейчас. Надо попить чайку. И быстрее придумать, что сделать. Так. Блин, мне сейчас попадет. Может быть, быстренько куда-нибудь убежать? Да, блин, тогда еще сильнее попадет. Нет, это не вариант. Надо просто, наверное, признаться. Да, безвыходная ситуация.
Дочка тебе сейчас попадет. Все, мы спускаемся вниз, в самый низ. Так, ой. Так, вещи главное не забыть. Ой, вещи. Так, сейчас вещи. Телепортирую. Ну вот все, дорогая, твои вещи. Ура, наконец-то, вот моя корона. Надеюсь, ты не носила мою корону. Да, конечно, не носила, мне вообще твои короны не нравятся. Я не уверена что-то. Так, сейчас, ой, блин, надо все сложить. Так, у меня теперь много этих корон, моих любимых. Уа, сейчас. Сестра, кстати, ты из-за того, что украла мои вещи, не заслуживаешь носить мою заколку. Нет, только не мою заколку. Мне эту заколку очень понравилась, подари. Доченька, ты вообще о телеподарках даже забудь думать, потому что ты у своей родной сестры украла вот такую, короче, такие вещи. А это нельзя так делать. Ну, блин, нельзя так нельзя, она себе новые бы купила. А старые бы мне отдала. Все, а о новых вещах, доченька, и речи нет. Ну, мама! Только если ты приберешься. Где? В квартире? В замке, точнее. Да, в замке. Легче легкого. Может, тогда я тебя прощу? В смысле? Я думала, ты мне тогда что-нибудь подаришь. Я говорю, о подарках и речи нет. Ну, блин. Это видео, как вы поняли, про мой день обычный. Это не обычный день. Это просто день, когда у нас должен был быть бал. Бал, конечно, отменили, узнав об этом. И такое все получилось. Короче, ни бала, ни вкусняшек, ни игрушек. Напиши в комментариях, а ты когда-нибудь попадала в такие сложные ситуации? Вот я уже попала. Да-да, и не забудьте поставить лайк, если не хотите попасть в такую же ситуацию. И если вы хотите увидеть, как Ральти будет прекрасно драить замок, наш любимый замок, то пишите в комментариях. И пишите в комментариях, следующий сюжет какой у меня будет и о чем он будет. И какие персонажи там будут участвовать. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.